Здравствуйте, уважаемые подписчики главного патриотического канала страны, очерки неугомонного Павла, а также веб-зрители. Этот видеообзор посвящен расселенному аулу Малый Карабас Марьяновского муниципального района Омской области. Приятного вам просмотра! Прослушайте продолжение произведения Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Если Улжан ничего не имеет против, у Андербая есть дочь на выданье. Девушка может стать хорошей невесткой. Младший сын Кунанбая, последующий Аспан, еще не перебесившийся забияка, женат уже около 3 лет. Бездетность его печалит и Кунанбая, и Улжан, хотя самого его этого мало, тревожит. Теперь это повод сосватать за него еще одну девушку. Пусть Улжан будет готова. Если Андербай возобновит дороги разговора о сватовстве, она узнает об этом от Мирзахана. Во второй повозке, запряженной тройкой Саврас, их ехали Абай и Макиш. Каждый был погружен в свои думы, оторвавшись от домашних хлопот. Макиш перестала сдерживаться и то и дело принималась плакать. Абай пытался уговаривать ее, но все было напрасно. Тогда он замолчал и отдался своим мыслям. Смелый поступок Даркембая не выходил у него из головы. Казалось, будто старик одним пинком опрокинул отчетную чашу, приготовленную для Кунанбая. Кадар, Кадар, безвинная жертва Кунанбая снова ожила в несчастном сироте. Истощенный мальчик так и стоял перед глазами Абая, с грязной повязкой на лбу, стиснувшей его голову, словно обруч горькой доли. И этот ребенок в своей вопиющей нищете, и укор Даркембая, горячий и праведливый. Все вместе было при его приговором, вынесенным Кунанбаю самой жизни. Никакие молитвы, намазы, пост, паломничество не сотрут его. Вот если бы отец уезжал, раскаиваясь в своих грехах и преступлениях. Нет, не раскаяние было в нем была прежняя суровость и гнев. Но если так, для чего тогда отцу этого паломничества? Значит, Даркембай и тут прав. Не Божьего, а своего Кунанбаева ищет он на своем новом пути. Абай усмехнулся с горьким раздражением. Повозка быстро катилась по обочине тракта, покрытой молодой, невысокой еще зеленью. Абай давно не выезжал из города. Здесь, в степи, весна была более заметна. Слева, далеко на горизонте, окутанная синеватой мглой, виднелась Семей-гора, уже сбросившая свой снеговой покров. Она стояла одиноко, подобная громадной пологой волне, которая некогда в буйном порыве накатилась на степь и вдруг с разбегу остановилась, застыв навеки. А может быть, это сама степь, такая неподвижная теперь когда-то, возмутившись, вытеснила из своих недр гору-волну и замерла потом в смиренной тишине. Абай сбросил с головы тымак. От семей горы тянуло освежающей прохладой. Абай глубоко вздохнул от неизъяснимой радости и облегчения. Как-то особенно полно ощутил он и красоту земли, и свободу своего сердца. И эта молодвая, едва пробивающая зелень, и яркий весенний день, и прохладный ветерок наполняли его бодростью, и звуки новых песен, переплетаясь с новыми стихами, возникали в его душе. Сам того не замечая, он запел. Макиш невольно прислушалась, и она поняла. Не чужую песню пел сейчас ее брат, это была его собственная песня. «Да ведь ты Акын, Абай!» – улыбаясь, сказала она. Абай совсем забыл о Макиш. Услышав ее голос, он вздрогнул и смущенно замолчал. «Почему ты так говоришь?» – через минуту спросил он.
Так я же слышу. А ты скрываешь, что ли? Да об этом все твои друзья говорят. И Ербол, и другие. Хотя ты ни разу не пел на айтысах. Они твердят, что ты настоящий акын. Выходит, правда? Правда, улыбаясь, ответил Абай. О чем ты поешь? Ах, Макиш, милая, песни мои уносит ветер. Как это? Я пою о любви и печали. Печаль моя близка и неотступна, а любовь далекая и невозвратима. Петь об этом не все ли равно, что петь на ветер? Печаль? О чем у тебя может быть печаль? Что ты говоришь? И Макиш с укором посмотрела на брата. Абай нахмурился и побледнел. Под пытливым взглядом Макиш лицо Абая, казалось, излучало какой-то мягкий свет. Полное и круглое, оно не было тронуто ни одной морщинкой. Чуть постриженные тонкие усы и небольшая черная бородка в меру удлиняли его овал. Абай был в полном расцвете своих 29 лет. Глаза были ясны, горящий внутренним огнем, чистый их взгляд был красив и пронзителен, и как магнит притягивал себе взоры. Тонкие длинные черные брови подчеркивали красоту его молодости. Макиш смотрела на брата с молчаливым восхищением. Казалось невероятным, что он таит в себе какую-то печаль, и она решила вызвать его на разговор. «А что ты пел о своей печали?» Далекая мечта юности, чудесным видением, жившая в сердце Абая, с новой силой вспыхнула в нем. Когда-то весь жар своего чувства он вложил в слова песни, и песня эта с тех пор стала неотлучной его спутницей. Он вдруг живо вспомнил все. И ночь на Жайляо-Жайбек, и качели в аюле Суиндика, и юную тайну двоих, скрытую в песне, и Такжан, летевшим к нему навстречу с каждым взмахом качели. Не в этой ли песне слились их сердца на глазах у всех? Весенний день вызывал в нем острую тоску о Такжан. Сердце его само шло навстречу просьбе сестры, и он запел снова «Тапайкок». Он пел в полголоса, и Макиш внимательно слушала слова, полные грустной нежности. «Сияют в небе солнце и луна, моя душа печальная, темна. Мне в жизни не найти другой любимой, хоть лучшего, чем я, себе найдет она. И пусть любимая, забыв любви слова, к моей тоске и верности мертва. Унизит, оскорбит без сожаления, я все стерплю, моя любовь жива». Абай замолк. Лицо его больше побледнело. Это была песня о нем самом и о ней, о двоих влюбленных, обреченных суровой судьбой на разлуку, сгорающих в пламени неосуществленной любви. Песня была как тяжкий вздох печали, теснивший его сердце. Слова песни были необычны для Макиш. Недоумевая, она спросила. Не поняла я, кого ты зовешь любимой? Абай не хотел открываться сестре. Любимая та, о ком моя печаль. Разве ты не знаешь, что такое любимая? По-моему, любимой зовут спутницу жизни. Абай нахмурился. Ты хочешь сказать Дильда? Да, а кто же иначе? Абай с засадой отвернулся. «О, боже ж мой, Макиш, милая, зачем ты впутываешь сюда Дильду?» В голос его звучала тоскливая горечь. «О чем ты?» Макиш совсем смутилась, увидев, как принял брат ее слова, и неловко улыбнулась. «Ой, Абай, я тебя будто камнем оглушила. Но в чем же бедная Дильда виновата?» «Конечно, она ни в чем не виновата. Но и я не виноват, что песня страстного желания поется не о ней. Зачем вспоминать о Дильде, окруженной четырьмя детьми?» «Так разве в том есть вина, что она родила тебе детей?» «Нет, какая вина? И дети прекрасны. Она мать моих детей, жена, которую дали мне родители. И только. А сердце, влечение, любовь – этот огонь давно в ней погас. Да он никогда и не пылал ярко. Душа ее остыла рано». И Абай резко оборвал разговор. Они продолжали путь молча. Такижан ехал верхом, держась вместе с Мулой Габитханом, Жумагулом, Ерболом и одним из своих товарищей Дарханом.
В городе и при выезде из него Такежан был сдержан и молчалив. Правда, он не представлял себе всех трудностей путешествия отца, известных Абаю, но и его тревожили сомнения, которыми он и поделился с Габитханом. Едва не выехали в степь. Добродушный Габитхан успокоил его. Хотя начало пути будет пролегать пустынными местами, но все же кругом будут казахи. Да и дальше, как говорят, не отказывают в помощи паломникам. После этого Такежан развеселился. Крепкий, несколько полный для своих лет, Такежан слыл ядовитым насмешником. Он не мог жить спокойно, если ему не удавалось поддеть кого-нибудь и поднять насмех. Мулла Габитхан неизбежно становился жертвой его шуток всякий раз, когда они бывали вместе. Такежан сделал из него второго хаджина Средина, рассказывая о нем по аулам самые невероятные истории. Главным образом о том глупом положении, в какое попал Габитхан, путая казахский язык с родным татарским. Нередко Такежан пользовался наивностью и доверчивостью Мулы для своей личной выгоды. Два дня назад в гостиной комнате Тинебая, где все время толпились люди, затерялась плетка Такежана. Позвав Дархана и Жумагула, он велел собрать все плетки гостей, разложил их и стал осматривать. Красивая плеть с рукояткой, обвитой медной проволокой, привлекла его внимание. Оказалось, она принадлежит Габитхану. У Мулы была слабость к нарядным и редким вещам, и где только можно, он добывал себе особенный нож, плетку, пояс. «Быть этой конче моей!» – воскликнул Такежан, схватив плеть. «Ой, бай, Такежан, Габитхан ни за что не отдаст ее!» – возразил Жумагул. «Ведь он падок на все яркое и блестящее, как девушка!» Такежан и слушать не хотел. «Молчите! Думаете, я просить его буду? Стяну и все тут!» Дархан и Жумагул расхохотались. По приказанию Такежана Жумагул срезал с плетки Абитхана петлю из нарядного блестящего ремешка и, приделав другую из грубой сыромятной кожи, спрятал плеть в соседней комнате. Два дня Габитхан искал пропажу, надоедая гостями, и, наконец, отчаявшись, примирился с исчезновением камчи. Пока Мула беспомощно метался, огорченный пропажей одной из своих редкостей, так и Жан ходил, как ни в чем не бывало. Выезжая провожать отца, он взял камчу с собой, но долго не показывал ее Габитхану, умышленно держась по правую руку Мулы. Наконец Габитхан все-таки заметил обновку Такежана и осадил коня. «Ой, Такежан!» – закричал он удивленно. «Так это ты взял мою камчу? Какая низость!» Такежан и глазом не моргнул. «Да что вы, Мулла!» – сказал он учтиво, в голосе его слышалось искреннее удивление. «Это камча моя!» И он положил ее на гриву своей лошади. Габитхан с удивлением смотрел то на камчу, то на него. И плетение, и рукоятка, и желтая головка, и медная проволока, змейка, обвивающая рукоятку. Это же его камча, конечно же, его. Выйдя из себя, он решил отчитать Такежана. Да, это будет и не первая стычка. Ох, беспутный, вы посмотрите только, он посмел украсть мою камчу, и Мулла протянул за ней руку. Такежан, однако, не пытался сопротивляться, он сам подал плеть Габитхану. Прежде чем обвинять, присмотритесь внимательно. Если она во всем похожа на вашу, и вы не сомневаетесь, что это именно она и есть, поклянитесь в этом и берите ее. Но если она не ваша, не позорьте человека перед другими. Габитхан взял плеть и, ощупывая, чуть не обнюхивая ее, то приближал к ней лицо, то откидывался назад. Наконец он недоуменно покачал головой. Жумагул, Дархан и сам Такежан следили за каждым его движением. «Эх, жаль-жаль», – безнадежно проговорил он, – «по всему моя, не будь этой петли. Такой гадости на моей не было. А так, похоже, очень похоже. Нет, не моя камча. На, не обижайся, Такежан». И он возвратил Жикиту свою же плетку. Такежан спокойно принял ее и, подмигнув Жумагулу и раздувая ноздри от сдерживаемого смеха, с достоинством сказал Габитхану: «Ну то-то же, дорогой Мулла». И как только Габитхан выехал вперед и все трое неудержимо захохотали ему в спину, путь до Ямской станции прошел незаметно. Здесь предстояло проститься с Кунанбай. Повозки, ехавшие впереди, уже остановились, и путники вышли из них.
Те из садников, кто ехал возле, уже спешивались. К задку повозки Тенебая была привязана саба из черной кожи, наполненная кумысом. Как только провожающие собрались, сабу принесли сюда же. Все расселись вокруг Кунанбая и Изгуты, чтобы выпить прощальную пиалу. Изгуты поторапливал провожающих, Кунанбай не хотел задерживаться и вскоре встал с места. Все дружно поднялись за ним. «Ну, друзья мои, вы провожали меня достаточно. Передайте привет и земле моей, и народу. Прощайте, родичи. Если суждено мне снова вкусить пищу на родине, да будет встреча наша благословенна и радостна». «Иншалла, иншалла, аминь, аминь!» – подхватили его слова старейшины с Тенебаем во главе. Кунанбай простился со всеми, обняв каждого, начиная с Улжан. После всех он молча простился с Абаем. Сытые, выносливые кони, ничуть не утомленные началом пути, ринулись вперед, звонко гремя колокольчиком. Пыль поднялась за быстро удалявшейся повозкой, но долго еще слышался веселый говор колокольчика, задыхая вдали. Наконец, чуть слышно прозвенев прощальным приветом, смолк и он. Повозка начала подниматься на косогор, покрытый ковылем. Еще несколько минут, и путники скрылись за возвышенностью. Точно пробудившись, все стали собираться в обратный путь. Абай и Макиш под руки повели Улжан своей повозки. Троим ей было тесно. Абай пересел на коня и, не торопясь, поехал шагом рядом с Ерболом, отстав от остальных всадников. Гости, так долго переполнявшие дом Тенебая после проводов Кунанбая, быстро разъехались. Улжан задержалась, слишком редко приходилось ей бывать в городе, да и Макиш, скучавшая по родне, не хотела отпускать мать. Тенебай тоже не переставал упрашивать Улжан. «Не торопитесь покидать нас, дочка ваша тоскует, она одна, муж в отъезде, по торговым делам, отправитесь, когда она немного успокоится». Теперь в доме оставалось всего лишь несколько гостей, но они пользовались особым вниманием хозяина. Это были Улжан, Абай, Такижан и сопровождавшие их 3-4 жениха. Все комнаты большого двухэтажного дома Тенебая были заново нарядно убраны. Ковры, полосатые домотканные дорожки, сшитый волок, узорчатые кашмы – все было выкрасено и вычищено. Улжан тщательно припоминала, что еще нужно купить перед отъездом, и ежедневно посылал на базар Абая, Такижана, Габитхана и Ербола. Улжан – мать многосемейного большого аула. Все ожидают от нее гостинцев. Кроме того, скоро аул двинется на Жайляу и откочует далеко от города. Многое нужно закупить. Летнюю одежду для детей и невесток, чай и сахар для всего аула и на случай приезда гостей. Продолжение следует. Благодарю всех тех, кто досмотрел этот видеообзор до конца. Подписываемся на главный патриотический канал страны «Очерки неугомонного Павла». Призываем подписаться родных и близких. До новых встреч, дорогие друзья! Будьте здоровы!